Итак, дамы и господа, главный бой сегодняшнего вечера, рыцарь которого господин Вуевич Дмитрий. Fathers, you are professionals. Listen to my command. You have 3 rounds of 2 minutes each. Show beautiful and honest fight. Good luck. Shake your hand. Эпиграф, и все они такие противоречивые. Ровно 10 лет назад состоялся первый поединок между Александром Емельяненко и Джеффом Монсоном. Тогда он прошел по правилам смешанных единоборств. И во втором раунде удушающим приемом Север Юг победил Монсон. Сразу же в ринге Емельяненко попросил реванш. И произошло это только сейчас. Но по правилам голых кулаков. Ждали. Монсон хорошо хоть регламент выяснил до начала. Это уже неплохо. Ух, как через руку едва не попал Монсон. Конечно, в ударной технике огромное преимущество у Александра Емельяненко. Но и Монсон тоже намерен показать сопернику все, что он может. Видимо, уже, кажется, разбит нос немного у Монсона. Ну, Александр как скала сейчас просто обрушился поначалу. И уже видно, что Джефф так с оглядочкой начал. Да, не было давненько у нас атак от Монсона. Вот сейчас он, кажется, справа задевает Александра, но в клинче пропускает. Не отчитывает Дмитрий Вилевич нокдаун. Апперкотами, как хорошо работает Александр, прихватив оппонента за голову. Но тут в клинче, кстати, Джефф может удивить. Любит он такую вязкую силовую борьбу. Но он правилами нашими скован, конечно, это заметно. Да, ох, как попадает Александр, зашатало Монсона и буквально за рингом вылетает, отсчитывает рефери первый нокдаун. Да, Джеффу тяжеловато. Но поднимается он. Знает он то, что сразу же вставать нельзя, так как может еще болтать, поэтому воспользовался всем отведенным временем. Попадает Александр. Зажимается Джефф. Пытается идти вперед, но сбрасывает его руку. Емельяненко. Остается 10 секунд до конца первого раунда. Между рук попадает Саша. Болтается Монсон, ну и на этом первый раунд завершен. Первый раунд. Да, не позавидуешь, конечно, Джеффу. Я с ним тоже давно знаком, хорошо очень. Ну, наш человек уже, что там говорить. Да, безусловно. Но видно, что сильные стороны, которые он не может применить, согласно правил сегодняшнего соревновательного дня, вот это все очень сильно его сковывает. Да, базовый борец. Чистейший борец Джефф Монсон, но в любом случае феноменальный опыт выступления в единоборствах делает его опасным везде, поэтому нельзя исключать и попадание от него, потому что мы видели, начал он поединок очень бодро, с наскока с правым боковым, но, конечно, на руках Александра Емельяненко быстрее и разнообразнее в первую очередь. Да, вот тот момент, когда подплыл уже почти в прямом смысле Джефф Монсон. Давайте во втором раунде. Что он сможет противопоставить Александру Емельяненко? Протрите быстрее, протрите здесь. Ну, откровенно, пол, уже, наверное, не ребята, так быстрее, много, пол, как пол, если на свежего. Нет, он был. Ну, видно, что он прям совсем на морально-волевых. Емельяненко босым, кстати, выступает. Да, привычка из смешанных единоборств. Раунд 2. Второй раунд. Поехали, раунд номер 2. Заново Александр занимает центр октагона, поджимает. Ох, как слышно щелчок, когда кость в кость, становится иногда жутко. Джефф пытается огрызаться, но там ничего не доходит пока. Может быть, поближе, когда подойдет. Да, раскачивает он. Ой-ой-ой, вот сейчас хорошо. Сдвоил удар Джефф Монсон. И уже не так приятно Емельяненко вести поединок. Вынужден так немножко перевязать. О, сейчас джебом, кстати, Монсон тоже попал. Тот, правда, после этого сам отшатнулся. Жмется канатом Монсон. Попадает Саша. О, как хорошо зарядил Джефф.
очень солидно сейчас. Может быть, кстати, сейчас перехватит инициативу. Смотрите, что происходит. Сейчас кульминация может быть. Да, этим он и пытается заняться, но, правда, крови все больше и больше на лице Монсона. Но попадание-то есть попадание от него. Попадание было отличное, но он очень терпеливый парень. Да, так что кто списал его со счетов после первого раунда, вы не правы. Монсон может зажечь в любой отрезок поединка, даже когда пропускает бесчисленное количество ударов от Александра Емельяненко. Зажались в клинче у канатов. Монсон работает, вернее, старается работать и по корпусу, и иногда переводит на голову. Ну, такая патовая ситуация. Но Александр-то тоже сам не отвечает. Достаточно долго уже без действий. Может быть, ждет, чтобы потом отпустить и начать атаковать. Последние 10 секунд второго раунда. Так, ну вообще-то по раундам 1-1. Хотя в первом, конечно, был нокдаун, и его со счетом 10-8 дадут Емельяненко. Но почему сейчас Монсон Емельяненко позабрал? Что, он отдыхал, что ли? Я не пойму никак. Вот что, или он, уважая соперника, так делал? То есть он же не устал совсем. Ну, возможно, все-таки по корпусу успел поработать Монсон, из-за чего Александр замедлился. Есть ощущение, что, конечно, Саша контролирует ситуацию всю. Да, но вот какой-то концовка раунда от него была совсем невзрачная. Монсон не садится. Вот нам показывают на повторе этот сдвоенный удар от Монсона. Попал он в район виска, но был бы чуть пониже, в челюсть. И вот там вот момент хороший. Да, отличный удар. И тут же отпрянул назад Монсон, то есть не дал ударить себя. Но Емельяненко был обескуражен этим. Сейчас третий решающий раунд, интересно, что будет. Ну, здесь же мы понимаем, публика, здесь не то, что наш против не нашего, а здесь оба наши, давайте называть вещи своими именами. Для многих, конечно, и Джефф симпатичный персонаж очень, может быть, даже симпатичнее Александра, с учетом там каких-то предысторий. У Саши есть свои болельщики тоже. Да, прижимается заново Монсон канату, но тоже старается пойти вперед, в размен, ух ты! Как бодро! Мне кажется, немногие ожидали от Монсона такой прыти справа, попадает он. Кровавлено лицо Джеффа Монсона, но он продолжает идти вперед, уходит от атак Александра. Сейчас едва не достал левым через руку. Встал у каната. Ну вот, главное, что нельзя делать Монсону, нельзя стоять на одном месте. Нужно двигаться в любом случае, как бы тяжело ни было. И самому, конечно же, атаковать. Все лицо у Джеффа окровавлено, мешает обзору. Вот сейчас опять боковой на скачке рядом с головой Александра. Попадает справа Емельяненко. Давно не было Саши ударов, вот сейчас. Устали, конечно, довольно сильно. Александр, мне кажется, тоже как-то чрезмерно пассивен, нет? Ну, вот есть такое. Хочется видеть другое сражение. Постреливает, в чем опасный, попадает, но... Но не развивает успех, да. Абсолютно. Может быть, это на руку Джеффу, который там что-то под занавес поединка припасет. Но пока что Монсон только отступает и совсем не атакует. Но, конечно, на каких качествах вообще волевых характера, на каком духе Монсон продолжает стоять, это просто загадка человечества. Последние секунды этого боя, главного боя сегодняшнего турнира, стадионного ивента «Хардкора». Емельяненко, Монсон, реванш. Куда похоже, Александр, конечно, что тут скажешь. Немного, мне кажется, не хватило Монсона. Вот если бы он нашел в себе силы включиться в третьем раунде, возможно, он бы и перевернул ход этого боевика. Но было ощущение, что и Саша его как-то так оберегал, что ли. Может быть, оно обманчиво у меня. Но ветераны-то закатили реальную рубку, достойную ваших аплодисментов. Посмотрим, что скажут сейчас бойцы. Наверняка Александр отметит, что хотел пройти полную дистанцию этого поединка. Ну, тоже понятно, зрители. Джефф, конечно, герой сегодня. Посмотрите. Абсолютнейший.
как он все это тоже выдерживает, но молодец. Жажда спорта у него, конечно, феноменальная. Тоже новый для себя вызов открыл. Руки разбился, нахуй. Александр, там что-то про поэзию сейчас. Да, для обоих это был дебют на голых кулаках, но в любом случае дебют удался, потому что бой-то получился ярким. Ну и я так подозреваю то, что Александр все-таки добился желаемого, а именно взял реванш у Джеффа Монсона. Насколько я знаю, Емельяненко хотел бы сделать это полноценно уже в ММА, поэтому, возможно, будет трилогия. Ну, может быть, это да, вторая только часть этого исторического перформанса. Ну что ж, вот итак, сейчас момент истины. Бойцы прошли всю дистанцию. И после реальной кулачной зарубы единогласным решением судейской бригады в этом поединке одержал победу Александр Емельяненко. Поздравляем! Да, Александр Емельяненко берет реванш у Джеффа Монсона на голых кулаках. Посмотрим, может быть, это только завязка следующего поединка. В любом случае, это был классный бой, это был классный турнир, первый стадионный турнир хардкора. И очень классно, что мы с вами здесь сегодня собрались, увиделись, услышались и были вместе. Спасибо. На этих противостояниях. Ты огромный Джефф, профессионал, радостно было быть рядом, ребята. Ну а теперь интервью важное. Спасибо, смотрим. Дмитрий, спасибо за работу, увидимся совсем скоро. Всего доброго. It was incredible fight for both of you. Jeff, first of all, thank you very much. I know it was your debut on bare knuckle, but it was really crazy. You were staying till the end, and it's really great. Thank you very much for this fight. Appreciate it, man. Tell us a few words, please. Well, you know, I trained really, really hard. Thank you, Dennis, for training me. Thank you, Russia, for supporting me. Alexander was all the Russia supports you, believe me. Alexander, just a better boxer than me. He fought good. I couldn't get in on him, and I give credit for him. He won this fight, so I'm disappointed. But well, what can I do? You know, yeah, I trained hard. I'm not disappointed in how I prepared. So, okay, Jeff. Thank you very much for this incredible fight, for the perfect show. It was really, really great. Hope see you soon in our heart. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. World Fighting Championship. Россия против США.